Добрый день! Салат из капусты с сельдереем. Полезный легкий салат. Нам понадобятся капуста 600 грамм, корень сельдерея 200 грамм, морковь 130 грамм, одна средняя луковица, зелень, укроп и петрушка, любимое растительное масло, лимонный сок и соль по вкусу. Капусту нашинковала, корень сельдерея и морковь натерла на крупную терку. Лук порезала мелкими кубиками. Зелень порезала, полила лимонным соком по вкусу, кукурузным маслом и все перемешала. Вкусный полезный салат готов. Приятного аппетита!